Приветствую вас на канале «Москвичи в Крыму». Вторая волна продолжается у нас урагана, дождя. Видите, все затянуто, идет дождь. Я бегу ради вас, чтобы показать вам разбушевавшийся Учинцу, потому что реально я сейчас ехал и по дороге увидел, как он течет просто с неимоверной силой. Так что не забудьте подписаться на наш канал, поставить палец вверх, переслать это видео своим друзьям, кто еще не видел такой Учинцу, как я вам его сегодня покажу. Вы просто обалдеете. Вы будете в восторге, насколько погода сейчас разбушевалась. То ураган, то шторм, теперь ливень и полноводный Учинцу. Что, погнали? Вот мы идем по дорожке сейчас в сторону Учинцу. Летом, конечно, его таким увидеть, ну, это маловероятно. Вывеска даже есть. Накидали щебенки, потому что здесь был тогда после потопа. Здесь дорогу размывало сильно. О, не знаю, слышно вам или нет, но вот он уже. Слышно, как течет этот водопадик шикарный. Такая здесь атмосфера. Прям видите, туман, горы еле видны. Муть такая. А дождик еще усиливается. Еще может пойти сейчас подняться ветер. Так что надо по-быстрому вам заснять. Ух, я уже промок без водопада. Ну, что же будет там дальше? На камеру попадают капли. Периодически по возможности буду вам протирать. Но около водопада, конечно, смысла протирать нету. Ну, что же творится с погодой? Прям катаклизм. Какие-то то одно, то второе, то третье. О-хо-хо. Видно вам уже его чуть-чуть? Сейчас я вам покажу его еще ближе. Вы обалдеете. Я сам обалдеваю уже. О-хо. Просто разбушевавшийся водопад. Разбушевавшийся Учинцу. Просто нереально ветрище идет от него. И вот так вот он поливает просто. Обалдеть. Посмотрите, какие реки бегут вниз опять. Как бы опять не затопило Крым, конечно. Чего мы не хотим. Посмотрите, как от него летят брызги. Просто сумасшедший. Полностью, насквозь, абсолютно, друзья. Обалдеть. Просто промок. Посмотрите, как летит вода вниз просто. Подальше вам его покажу. Вода просто ледяная. Вон, все вниз бежит прям. Мало, наверное, кто видел такое Учинцу. Кто видел такое, конечно, ставьте класс, комментарии пишите. Ну а кто еще не видел шторм, пожалуйста, вот сюда переходим и смотрим, друзья.